В общем-то, всем привет, с вами снова, конечно же, я, Макс Бро, я сегодня взял другой скин, да, я вам покажу его в конце ролика, а сегодня для вас я приготовил топ-5 секретов в Майнкрафте, ну и пасхалок, да, и всякого много всего интересного. Если вам понравится эта рубрика, обязательно пишите в комментах. И если под этим видео наберется 2 лайка, то тогда я узнаю, и тогда я пойму, что вам нравится эта рубрика. И вообще, если она вам нравится, пишите в комментариях. А в общем-то, мы приступаем к видеоролику. А первый секрет — это когда вы бросаете, неважно какую вещь, любую. Вот, смотрите. Сейчас я подброшу подальше ее. Вот, видите, она за нами смотрит. Видите? Двигается, то есть. Вот, смотрите, видите? Вот. Видите, вот яблоко за нами двигается. Вот, яблоко. Вот, запомните. Я двигаюсь на шифте, давайте. Вот яблоко. Запомните, вот яблоко стоит. Для ориентира я вот выброшу вот сюда. Эту самую. Вот, она лицом стоит. И вот, смотрите на пшено. Видите, оно поворачивается. Вот одна из пасхалок. Не каждый знал, но если взять вот это динамит в вагонетке, если его поджечь, то тогда радиус будет намного больше, чем у обычного динамита. И еще, если в эту воронку бросить какой-либо хлам, то выдается сразу целый стак. Вот, берем мышную воронку. Тут у меня одно яблоко. Тут у меня одно яблочко. Ну, еще яблоко. Что-то на нее кидается. Вот. Видите, сразу стак выдался. Яблочко одно. И, кстати, если у вас тут 2-3 штуки, выдастся стак. А если одно яблочко, то стак не выдастся. Кто, кстати, не знал. И еще... Я хочу вам сказать, если положить одну вещь, неважно какую вещь, если эту вещь положить в этот вот в такой вот сундук на рельсах, вот, положим открыть, то тогда через один день Майнкрафта, ну то есть один майнкрафтовский день, там будет уже на 5 больше. И через один... Ну, сейчас вернусь, когда пройдет один майнкрафтовский день. В общем-то, открываю. Сейчас землю выброшу. Так. Ну, вот. В общем-то, там было 5 картошки. Я до видео проверял. Ну, а специально для вас я это покажу еще раз. В общем-то, смотрим. Открыть. Вот и 6. Да. А я приступаю к следующему лайфхаку. Если приглядеться, то можно увидеть эти точки беленькие. Да, на самом деле, вы думаете, что это такое? Это из-за того, что мы на нее наводим? Вот я уберу. Вот все равно видно их. А это текстурка. И если заметить, приглядеться, можно увидеть такую тень полукруглую. Ну, еще есть в этой тени один баг. Смотрите. Блин, не попал. Вот овечка начинает гореть. И сразу же выпадает мясо, вроде бы жареное, но
если приглядеться, можно увидеть маленькую-маленькую тень. Вон она. Вот. Сейчас приближу и увидим. В общем-то, вот и она. Круглая тень. Видите? А если выбросить другой предмет, то она будет более квадратная. Видите? А это все потому, что когда мы это поджигаем зажигалкой овечку и выпадает жареная не в печке, то тогда становится более круглая. А это еще один баг Майнкрафта. А мы приступаем к четвертому багу. А четвертый баг заключается в том, что когда мы делаем вот так, то можно заметить и увидеть, что как бы если так вот делать, что как бы дверь не просто вот так закрылась, открылась, закрылась, открылась, а она как бы, ну как сказать, она как разломалась. Если вот так подойти, можно увидеть, что тут дверь немножко ломается, когда так делаешь. Еще, когда открываешь, тут вот дверь плоская и переворачивается на ту сторону, которая прибита к стенке. Вот так. Да. И вот это еще один баг, который, кстати, плохой. И еще заметьте, дверь вот тут стоит, а когда ее открываешь, она тут стоит. Хотя смотрите, вот это вот крепитель, видите? Вот он. Вот он. А когда открываешь дверь, вот тут крепитель. То есть перемещается. Видите? Вот. Еще один баг. И, кстати, не каждый знал, но Стив выше, чем дверь. Да. Видите? Стив немножко выше, чем дверь. И как он тогда проходит сквозь двери? Вопрос. Вот, Стив. Представим, что я Стив. Вот я открыл дверь. И еще один баг, рука пролазит. Ну, это самый обычный баг, который все мы видели. И вот, кстати, мой скин, как я и обещал показать. Да. Даже сниму броньку. Вот я какой теперь с этим скином. Скином. В общем-то, всем спасибо за просмотр. Для вас играл и комментировал Макс Бро. И если вам понравилась рубрика, то тогда пишите комменты и ставьте лайки. В общем-то, сейчас я вам покажу кое-что интересное. Вам точно понравится. Да, я выиграл! Yeah!